Всем привет, с вами Аурум. Ну что ж, продолжаем немного отвлекаться от игры Clash Royale. Она, конечно же, forever. Естественно, каждый день у меня по ней выходят видосики. Но сегодня захотел сделать обзор на игру Хроники Хаоса. Отличительной чертой данной игрушки является то, что вы можете в нее играть, не выходя из соцсетей. В нее можно порубиться, скачав в App Store. Скоро она станет доступна в Play Market. Но самое крутое — это социальные сети. Да, действительно, эта игра доступна ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, короче, везде, где вы проводите так много-много времени. Я реально знаю, что очень много моих зрителей постоянно сидят ВКонтакте часами, возможно, даже сутками. Ну и чё, в общем-то, греха таить, я тоже очень много времени провожу ВКонтакте, поэтому то, что можно играть, не выходя из ВКонтакта, это очень круто. И меня это, знаете, натолкнуло на такую интересную мысль. Представьте себе, что если бы Clash Royale был доступен во ВКонтакте, это было бы просто нечто. Ну да ладно, в чем основной смысл игры Хроники Хаоса? Я уверен, что подобные тематики вы уже видели, то есть что нужно делать? Собираете команду из ваших героев, максимально в эту команду может вместиться 5 героев, и идете херячить разную нечисть. Ну что ж, давайте пройдемся по всем основным локациям и режимам в этой игре. Благо, их здесь очень много, поэтому заняться есть чем. Но, ребята, я для этой цели выбрал уже прокачанный аккаунт, чтобы во всей красе показать все прелести этой игры. Развитие героев — одна из основных целей игры, преследуя которую можно добиться высоких результатов. У каждого героя есть собственные роли и параметры, а ролей здесь целых 7. Это танк, воин, стрелок, поддержка, контроль, маг и целитель. Помимо ролей, у каждого героя есть еще две особенности, на которые тоже стоит обращать внимание. Это основная характеристика и линия боя. С линией боя все просто. Есть разные атаки и способности, атакующие в разные линии. Герой может атаковать с дальней линии, средней и ближней. От этого зависит его выживаемость и то, чем и кто его будет атаковать со стороны врагов. В игре присутствует как PvP, так и PvE. Из PvE, ну, это кампания, запределье, башня. Из PvP это арена и гранд-арена. Компания довольно большая, здесь целых 10 глав, и в каждой главе по 15 миссий, поэтому, ну, 150 миссий вас заставят остаться в этой игре очень-очень надолго. Ну, конечно же, сразу компанию пройти невозможно, все зависит от вашей прокачки. В запределье нам необходимо побеждать рейд-боссов и за это получать сундучки. Вот прямо сейчас можем открыть несколько сундуков, даже за гемасы, фиг с ним, что же мы здесь получим? Вау, и это монета запределья. Именно за эти монеты можно покупать разные прикольные фишечки. Ну, помимо всего прочего, здесь падают также камни, здесь падает голда, то есть здесь очень даже все прикольно. Можно даже сейчас прямо на ваших глазах посмотреть, насколько грандиозно выглядит рейд-босс. Это гоблин на кабане. Вот знаете, я зачем это все включил? Просто хотел вам показать, что в Clash Royale есть всадник на кабане, а здесь гоблин на кабане. Кстати, очень хорошая идея для Clash Royale. Этого гоблина на кабане также нужно пройти за определенный промежуток времени. Если до конца счетчика мы не сможем победить рейд-босса, то битва будет считаться проигранной. Но, как видите, никаких проблем особо не возникло. С ареной, думаю, все понятно, не будем долго на этом останавливаться. Собираете свой отряд, идете в бой, побеждаете соперника, получаете кубки, повышаете свой ранг среди других игроков. А вот гранд-арена — это что-то на самом деле очень интересное. Она становится доступной на 50 уровне и считается местом поединков для самых элитных бойцов. Здесь сражаются целых 3 отряда героев, а не один, как на обычной арене. Бои проходят в автоматическом режиме. Каждый бой состоит из 2 или 3 раундов. Победителем считается тот игрок, который одержал победу в 2 из 3 битв. Именно поэтому, если один из игроков одерживает победу в первом и втором раундах, третий раунд не проводится. Отличное место для фарма — это башня. Здесь нужно подниматься по этажам, побеждая противников, покупая усиления и открывая сундуки. В башне 3 типа этажей — этаж с сундуками, этаж с алтарями и этаж, на котором нужно победить противника. Как вы понимаете, из сундуков мы выбиваем лут, в алтарях делаем усиления, ну и для того, чтобы пройти дальше, побеждаем противника. Пройдя последний этаж, скажу вам, можно так неплохо победить.
поживиться всем, что мы найдем за все время прохождения башни. В самом начале видео я говорил, что игра доступна во всех соцсетях. Также вы ее можете скачать в App Store и поиграть на своем яблоке, и уже очень-очень скоро игра появится в Play Market, и обладатели Android тоже смогут в нее поиграть. Но так как игра изначально была доступна только в соцсетях, разработчики сделали особое взаимодействие между игроками. Вы можете приглашать друзей играть в эту игру, и помимо всего прочего, уже от существующих друзей, которые играют в эту игру, можете получать ежедневно бонусы и сами дарить какие-либо подарки. Это очень прикольно, и получается, чем больше друзей у вас играет в эту игрушку, тем больше бонусов вы ежедневно получаете. В целом, Хроники Хаоса оставили сугубо положительное впечатление. Если хотите расслабиться, не заморачиваться, сильно много не думать, эта игрушка подойдет именно вам. Реально, очень много времени на нее не убил, но не выходя с контакта, расслабляться тоже иногда нужно. Поэтому как-то так, с вами был Аурум, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и играйте в игру Хроники Хаоса по ссылке в описании. Кроме того, всех новых игроков ВКонтакте ждет сюрприз, новый герой под названием Кира. Удачки, ребят!